Новое оборудование, соответствующее стандартам WorldSkills, появилось в Чебоксарском профессиональном колледже имени Никольского. СУС выиграл грант на его покупку. Подробности у Юлии Важениной. Режим. Раз. Вот так. Подготовить будущих профессионалов своей компетенции – задача не из простых. В числе обязательных требований чемпионата рабочих профессий – наличие самого современного оборудования. Такое на днях появилось в колледже имени Никольского. Получили, получается, из федерального бюджета 5 миллионов 850 тысяч, из республиканского бюджета – это 740 тысяч, а наши собственные средства – это 500 тысяч. Итого сумма вот этих мероприятий у нас составила 7 миллионов 90 тысяч. В перспективе мы вот это оборудование по условиям гранта, получается, мы будем использовать для совершенствования образовательной деятельности, как для реализации основной образовательной программы, но и для совершенствования работы по дополнительному образованию. Здесь переоборудовали сразу 5 мастерских по специальностям: преподавание в начальных классах, технология, музыка, дошкольное воспитание, физкультура, спорт и фитнес. Данное оборудование позволяет нашим студентам хорошо подготовиться к чемпионатам молодые профессионалы. С 2016 года по компетенции дошкольное воспитание студенты сдают еще и демонстрационный экзамен. Поэтому это современное оборудование, то, которое будет появиться только в перспективе в детских садах и в школах, а наши студенты обучаются этому уже сейчас. Интерактивные доски, цифровая лаборатория, метеостанция, ноутбуки – это лишь малая часть нового оборудования. Мы закупили лаб-диски, которые позволяют в реальном режиме нам измерить определенные объекты. Так, здесь показывается температура помещения. Да. Можете измерить, пожалуйста, ладонь вашу, сколько она градусов. А сейчас у большинства обучающихся уже есть телефоны. И обычными методами, традиционными преподавания их не заинтересовать. Такое оборудование поможет сделать урок интереснее. Дети будут желать учиться в школе. Настя Собина из семьи преподавателей. Папа – историк, бабушка – воспитатель, а Настя решила стать учителем начальных классов, как мама. Я думаю, что учитель – это универсальная профессия. Учитель знает все, у него большой кругозор. Он знает, как преподавать, как работать с людьми. Всего в Чувашии в этом году оснастили 25 лабораторий и мастерских по стандартам WorldSkills. В следующем планируют обновить еще 29. Юлия Важенина, Бахтияр Велиев, Республика.